Друзья, хочу поделиться с вами новостью. Вот в этой самочке, канарейки, есть птенчик. Папа-самец, вот щегол, я его отсадил. Ну, перегородку поставил. Аккуратно, сейчас я вам постараюсь показать птенчика. Смотрите, друзья, какой птенчик. Он один. Было еще яйцо, но оно было пустое, не заряжено. Не знаю, друзья, я так рад, у меня первый птенчик. Дай Бог, чтобы было все хорошо с ним. Сегодня 23 июля 2023 год. Пойду посажу на место его. Приготовил кушать. Натер яйцо и морковку. Пусть покормят птенчика. А это ботва с морковки я даю другим птицам. Самочка кушает яичко. Морковку будет кормить птенца. А рядом сидит за перегородкой самец щегол. Я его отсадил. Первый раз у них были яйца, но самец с гнезда все выкинул. Поэтому я его на вторую кладку отсадил, разделил птиц. Не буду мешать им, друзья. Погиб мой птенчик. Корм есть в зубе, но, возможно, самка затоптала. Такой он лохматенький. Обидно, друзья. Наверное, на следующий год я не буду пробовать. Самца опустил уже к самке. Сегодня 27 июля. Перед этим я снимал 23 числа. Наверное, самочка затолкала его. Потому что зуб, корм в зубе есть. Как-то так, друзья. Жизнь и смерть идет бок о бок.